Ну что ж, друзья, возвращаемся. Заруба Fight Night номер 5. В Одесском цирке проходят бои. Второй поединок сегодняшнего дня. Виталий Фиголь из Одессы, дебютант, 20 лет, 77 килограммов, категория 180 сантиметров его рост. Ну и соперник у него из Турции, представитель Стамбула. У него очень колоритная внешность, но не менее колоритное имя и фамилия. Баран Кабак его зовут, в общем-то, тоже 20-летний, 77 килограммов, естественно, 184 рост. У обоих бойцов сегодня дебют на профессиональном уровне, в профессиональном октагоне. Виталий Фиголь в синем углу. Я думаю, что вы и в принципе понимаете, кто из этих ребят украинец, кто из этих ребят приехал из солнечной теплой Турции, загоревший Баран Кабак. А сегодня будет пытаться в Одесском цирке завоевать любовь болельщиков. Просто разорвали комментариями нашу трансляцию. YouTube-канал Заруба Fight Night. Очень много бойцов из Турции смотрят наши поединки, нашу трансляцию. Вообще скажу, что очень приятно получать от вас сообщения. Из многих стран нашего мира смотрят трансляцию Заруба Fight Night. Заруба Fight Night выходит на международный уровень. Пятый турнир за чуть более чем год. И в этом году, собственно, уже четвертый по счету. Ну и видим, что начало такое у нас разогревочное. В принципе, Виталий Фиголь, как дебютант, представитель спортивного клуба «Воин». Чемпион Украины по ушу саньда, чемпион Украины по боевому джиу-джитсу, призер чемпионата Украины по боевому самбо. Может и бороться, может и пробивать руками и ногами. Скажу, что наши поединки проходят в формате трех раундов по 5 минут. Лишь последние два боя будут проходить по другому регламенту. 5 раундов по 5 минут. Ну, об этом мы будем говорить позже, потому что сейчас всего лишь второй бой нашего вечера. Всего 10. После 5 боев у нас будет получасовая пауза. В перерывах между боями у нас в начале боя боев публику разжигали представители группы поддержки Red Foxes из Киева. Это самая титулованная во всем спортивном мире группа поддержки. 3 олимпиады на счету, чемпионаты и кубки мира, различные виды спорта. Ну и эти наши очаровательные киевлянки также выступают сегодня на Заруба Fight Night. Особо зрелищным не назовешь пока этот поединок. Очень осторожно проводят его бойцы, но Фиголь, я думаю, что на его счету сейчас преимущество небольшое, возможно, и пока мы не видели хороших попаданий. Ну и первый поединок, напомню, он у нас также затянулся на все три раунда. Владислав Кохненко победил раздельным решением судей, категория 61 килограмм. Какие-то попытки сейчас уже от одессита мы видим с вами. Оба дебютанты профессионального октагона. Я думаю, что все понимают, цена ошибки в такой ситуации, в ситуации, когда оба неопытные на профи-октагоне, может стоить очень серьезных последствий. Ну и видите, атакуют и отходят оба бойца. Проходит удар, и я думаю, что вы слышите, что болельщики, собравшиеся в Одесском цирке, сразу же реагируют мгновенно. Очень много у нас на трибунах различных бойцов. Очень многие разбираются в ударной технике. Кто-то любит больше смотреть на поединки в партере. Но у нас в основном все в вертикальной плоскости происходит. Еще одна попытка лоу-кика. Проходит лоу-кик. Ну, сказать, что это какое-то действительно серьезное достижение, нельзя было. Вот отличие вот от этой серии ударов. Какой хороший удар с разворота! Попадает в голову, но попадает лишь так, слегка, вскользь. Я думаю, что был бы удар более точным, Баран Кабак бы уже оказался в горизонтальном положении. Пытается размашисто атаковать правой, причем, как это говорят, на силу, но довольно спокойно сейчас Виталий Фиголь себя ведет. И действительно присматриваются друг к другу бойцы, а вот и неплохой удар от Виталия. Он в синем углу октагона. Баран Кабак справа пробивает хайкик, но это было, знаете, как на тренировке. Проходит тем временем один удар рукой, сейчас разворота ногой, коленом в голову. Но Кабак сумел избежать
нокдауна. Ну и посмотрите, падает сам после своего же удара, после попытки удара по-джентльменски Виталий Фиголь. Дает возможность подняться сопернику, естественно, как же без джентльменских моментов. Но в этих ситуациях, посмотрите, как классно попадает сейчас ногой. Правый проходит, и первый раунд завершается у нас. Ну что ж, друзья, второй раунд второго поединка Заруба Fight Night номер 5. Виталий Фиголь довольно неплохо провел первый раунд поединка против Барана Кабака. Кабака, возможно, категория до 77 килограммов. Рефери Вусал Байрамов из Азербайджана, также интернациональный. Хорошая поддержка у Виталия. Слышали выкрики одесских болельщиков. Не только одесских, но в частности... За турка болеет весь YouTube, такое впечатление. Ну а друзья Виталия здесь, в одесском цирке. Показывает Фиголь, что по затылку ударил его Баран Кабак. Почему-то Барака Обаму вспомнил, но это лишь игра слов. По затылку бить нельзя, друзья, в такой ситуации. Конечно же, Вусал Байрамов из Азербайджана, рефери, дает возможность прийти в себя одесситу. Ну, грязные штучки использует Баран Кабак. И также на ушко, я думаю, что друг друга хорошо понимает сейчас Байрамов и Кабак. На ушко шепнул, что нельзя так, так некрасиво в профессиональном ММА. Много таких правил, которые нельзя нарушать. Ну, я думаю, что Виталий сейчас ответит на это как следует. И опять что-то не так с Виталием. Неприятный эпизод, конечно же. Ну и вы слышите, поддержка. Попал в глаз ему, видимо, пальцем. Баран Кабак. Чувствует турок, что сегодня ему будет очень несладко. После первого раунда, я думаю, что Виталий уже нащупал слабые стороны соперника. И продолжаем. Второй поединок. Атакует Виталий, хороший удар с разворота, но успевает турок уклониться, отойти к сетке. Лоу-кик. Даже в комментаторскую кабинку было слышно вот этот звук. Кость в кость. А что здесь? Хорошая атака от Виталия. С разворота прямо по центру в живот. Возможно, если бы попал по печени, было бы у нас все очень плохо. Для турка валит на спину своего соперника Виталий Фиголь. И все, борьба в партере. Сейчас, я думаю, будут удары по голове. Логично, что именно к этому стремится одессит. Но почему бы и нет. Вот и начинает поливать голову соперника из Стамбула. Смотрит на рефери, не сдается Баран Кабак. И все, друзья, у нас первый досрочный результат. Побеждает Виталий Фиголь.